Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, мы продолжаем Брис Эдж, или как она правильно называется. Короче, написали много чего, понаписали, говорят, есть у меня где-то телевизор, который я могу посмотреть, возможно, это вот этот с видеокассетой. Осталось найти видеокассету, которую здесь выбросил, а мог бы и не выбрасывать, вот она, все вижу. А мог бы и не выбрасывать, потому что здесь вроде где-то есть ящик, в который я могу вроде как-то что-то сложить, но пока, ага, спокойно. Так, изучить, физик, нет, это не то. Где-то, короче говоря, должен быть ящик, который не того. Так, вставить кассету, поехали. Давайте посмотрим, почитаем. Так, видеокассеты. А, это реклама. А почему это реклама-то? Давайте посмотрим рекламу, почему бы нет. Так, отлить или не отлить? Хороший вопрос. Ты, может быть, как-то, блядь, сюда пройдешь, вот. Так, космос опасен и непредсказуем, как и ваш мочевой пузырь. Подожди-ка, ты можешь пока... это хомяк. В космос не можете быстро остаться без ценнейшего оборудования в самый неподходящий момент. Совет первый, не паникуйте. Окей, действие неверно. Хорошо. Совет 2. Не пытайтесь удерживать все в себе. Бездумная трата ресурсов может привести к гибели. Ага, хорошо. Действие неверно, допустим. А, изучите окружение в поисках помощи или аналога вашего ценнейшего оборудования. Хорошо. Окей, кстати, нужно такую хуйню скрафтить, я так понимаю, я буду дольше ездить в космосе с воздухом. Скорее всего, да. Аналог моего оборудования где-то рядом. Отлично, хорошо. Здесь неверно, ссать в космосе нельзя. Собирайте любые ценные предметы в космосе, но будьте предельно осторожны. Черные дыры там есть? Откуда, блядь? А, типа убьет меня сейчас вот этой хуйней. Ага, ну понятно. Действие неверно, естественно, это мы все поняли. Но это такой грамотный материал. Грамотный, использовать курицу. Курица деэлектризовала провод. Нихуя себе. При должном везении и смекалке вы можете починить на ценнейшее оборудование. Или убить себе еще более что-то там, короче. Или сделать еще хуже, наверное. Так, а это что тогда за база такая? Я могу строить еще туалет? Нихуя, у меня должен быть какой-то строитель, судя по всему. Хорошо, конец. Да, спасибо, интересно. Интересно. Так, бытовое радио, работаешь? Я, наверное, включу какую-нибудь другую песенку, может, нет? Чё-то не работает. Все, переключение сломалось. А, нет, работает. Окей, пусть играет это. Короче, пойдемте посмотрим на костюм. Где-то здесь есть крафт костюма, который я, соответственно, пропустил, потому что я не дал этому должное. Я думал, это мой костюм и есть. Защита радиации плюс 25. Там что, опять по новой кассете пошла? Ёб твою мать. Так, вынуть кассету. Окей. Радио работает, замечательно. Так, пойдем сейчас посмотрим. Я видел там свинец, там что-то еще, но это очень, как бы, стекло, свинцовая краска, алюминий. Рулон, свинцовая краска 2, алюминий 4. Бляха, это очень много. Это очень много. Так, что у меня по идее в воде? Давайте сделаем. Давайте сделаем пожрать и, соответственно, пожрем, потому что срочно нужно. У меня он 48 и 34, этого маловато. Так, воды надо сделать побольше, прям потому что, я думаю, одной этой хуйней мы не управимся. А у меня это уже есть. Окей, давайте еще еды сделаем. Все, еда не делается. Это, значит, назад. Это вот так. Это, значит, использовать. Это использовать и использовать. Так, ну хорошо. Спирт. Заебись. Резина. Отлично. Дерьмо, навязанное разработчиками. Использовать. Хорошо, давайте используем дерьмо, навязанное разработчиками. Ударить себя. Мне сказали, что это типа будет смешно, и он типа помрет. Давайте сначала сделаем тогда вот так вот. Сохранимся и... Ага. Ну да, оно убивает мое здоровье просто полностью. Как говорилось в загрузочном экране... Ты снова лгать. Ты здесь, а значит не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Короче, если бы я плюнул в них третий раз, то мне бы дали ачивку, судя по всему, писали в комментариях. Так вот, к чему это я? Это я к тому, что... Давайте-ка я эту хуйню сюда вот куда-нибудь выкину, потому что... Блядь, зачем ты себя ударил? Ну, сука, ну опять, ну серьезно, что ли? Я случайно правую кнопку нажал, хотел выкинуть. Давай быстрей. Да-да-да, я снова пиздеть, загрузить и с вами не разговаривать вообще никак. Что-то еще хотел сказать, а что совершенно забыл. Так, как тебя выкинуть? Тебя нужно взять вот так вот на однерочку мне поставить лом, на двоечку поставить палку-чесалку. Так, на троечке у меня ничего нет, это что такое, проволока. Хорошо, проволока, так, гид по выживанию, выкинуть. Маленький мужик. Выкинуть. Хрень от разработчиков тоже выкинуть, она мне, собственно, не нужна.
Вообще она похожа на член. Ну да ладно, не будем к разработчикам никаких претензий предъявлять. А видел я в комментариях разработчиков, судя по всему, настоящих, кто же зашел туда, посмотрел, а там типа трейлеры там всякие от Бриз этого Edge и все подряд. Так что, скорее всего, это все настоящее. Так, это моя желтая бутылка плавает, никому не нужна, это хорошо. Давайте пытаться искать что-то дальше. Мне нужно добраться вон туда. Мне нужно добраться вон туда, но при этом каким-то образом не помереть, во-первых. А во-вторых, найти что-нибудь еще, типа входа или что-то как-то, потому что только вокруг своей вот этой базы я шастать постоянно не могу, потому что здесь ресурсы тупо кончатся, а мне здесь как-то еще нужно выживать, мне нужен свинец, мне нужен алюминий. А где все это добывать, я хуй его знает. Что это такое вот? Залежи желчи. О, неплохо. Требуется щуп. Хорошо, щуп у меня есть. Щуп у меня есть, это, так понимаю, палка-чесалка моя. Вот эта, она выступает в роли щупа. Очень мало кислорода. Очень мало кислорода, нужно срочно сделать кислородную маску. Прям быстро. Еще раз запоминаем... Блядь, не лагай, пожалуйста. Еще раз запоминаем, что нам конкретно для нее нужно. И давайте этим, собственно, и займемся. Стекло. Как делать стекло, я в душе не ебу. Ресурсы простые, композитные. Батарейка, рулон, очищенный металл. Из ткани, из резины. Хорошо. Свинцовые краски я тоже не знаю. Алюминий, скорее всего, просто как-нибудь добывается. Пойдемте. Пойдемте попробуем сделать щуп. И, типа, попытаемся каким-то образом достать оттуда, что ли, щелочь. Потому что щелочь для чего-то нужна была. Ой, уйди отсюда, нахуй, запись. Вот это что такое? Подожди-ка. Это же свинец, алюминий, что это? Залежи льда. Нахуй не сдались. Хорошо, здесь у нас чего? Здесь у нас что-то страшное, какой-то непонятный... Я понимаю, что подобная картина может вызвать у вас ужас, но все ваши опасения напрасны. В подобной ситуации вам нужно будет оплатить лишь половину стоимости поврежденного скафандра. Агентство Брэссидж гордится своим лояльным отношением к клиентам. Брессидж, окей. В смысле? Какой нахуй скафандр? Я ничего не ломал. Ах, здесь, ты чего, робот? Ебанулся, что ли? Я ничего не ломал. Предлагали еще пару трупов в дом занести, чтобы не так скучно было жить, но, извините, с трупами в одной квартире я жить не очень-то хочу, поэтому... Да ты что? Ты чего, бля, сегодня? Алло, прекрати. Завязывай нахуй. Что с тобой? Такого не было в прошлый раз, я тебе серьезно говорю. Она вроде как, она обновлялась, я не в курсе, обновлялась она или нет. Так, мы продолжаем, подожди-ка, залежи льда, а нам нужна щелочь пока что. Вот это свинец, блять, квадратный свинец, как в Сабнафтике, смотри-ка. Алюминий, хорош, требуется дрель, сука, а дрель у меня нет. Так, дрель нужно собирать, хорошо. Первым делом нужно собрать все инструменты, которые мне доступны для производства, и, соответственно, с ними начинать спокойно. На альт сказали, можно зайти, да, спасибо, альт можно вообще стоять на месте, замечательно. Так, щелочь. Все, сломалась нахуй. Сломалась либо палка, и палка сломалась. И палка сломалась, и щелочь закончилась. Охуенно. Все плохо. Короче, прикол в чем? На альт, спасибо за охуенный совет. На альт можно останавливаться в воздухе, в космосе, и, соответственно, не болтаться как говно в проруби. Так вот, я не договорил про загрузочный экран. Было написано, что игра сохранится автоматически каждый раз, когда вы приходите на челнок. Поэтому не приходите на челнок мертвым. Иначе вы... Ну, ты понял. Так, спокойно. Снаряжение, во-первых, инструменты, во-вторых. Дрель. Очищенный металл, утолщенная изолента. Хорошо. А щуп-то как мне собрать? А, вот он. Очищенный металл и алюминий. Очищенный металл и утолщенная изолента. Хорошо. Ну, толщина изолента, очищенный металл. Ну, пойдемте. Пойдемте добывать резину и железо. Это все, что нам сейчас нужно для производства наших, соответственно, инструментов, которые нам понадобятся в дальнейшем, поэтому спокойно разбить. Ёб твою мать, как это, в смысле, мне нужен лом? Охереть, а когда он сломаться-то успел? Ты не жена-то? Я вот нет, но очень хотеть. Если выжить, мы могли бы пойти на свидание. Ты меня спасать? Ты меня заебать уже своими просьбами. Пожалуйста, не звони мне сюда. Если честно, я не хочу с тобой встречаться. Отъебись! Мне кажется, так пойдет, да, нормальнее сказали? Заедь, пожалуйста, сюда. Вы, блядь, как неудобно в этом космосе порхать. Подожди, а лом-то я все проеб? Вот это я на это, на самом деле, не рассчитывал. Так, еда еще, давайте соберем еды. Немножечко себе. На всякий пожарный, чтобы было. Так, снаряжение, инструменты. Блять, три металла нужно. Три металла, а мне только два. Хорошо, пойдем соберем. Просто без лома здесь дело совершенно. Ебать, она на загрузке так постоянно будет фризить теперь. А можно отключить автосохранение? Смотри-ка, настройки. Игра. Язык, это не то. Так, настройки. Управление. Это тоже не то. Настройки. Хуй-то там. Походу, дело нельзя отключить. Это плохо, что она фризит. Меня это напрягает, потому что я буду возвращаться довольно часто, так как у меня пока ничего нет. У меня скафандра нет, я нихуя не знаю, что куда ехать, что куда вообще, зачем, мне тоже непонятно. Собираем металл. Просто собираем металл, который здесь есть в округе. Спокойно. Собрали. Собрали. Бляха, мне нужно сразу хотя бы какую-нибудь соседнюю станцию, потому что видел, там в начале обучения было нарисовано, типа, я могу куда-то попасть, спокойно. Блять, на альт это неудобно. Могу куда-то попасть и, соответственно, найти еще какое-то место для того, чтобы хотя бы кислород набрать.
Не знаю, посмотрим. Короче, мне нужен очищенный металл. Очищенный металл создается из обычного металла, просто путем очищения и, соответственно, откидывания большинства брака, который в нем содержится. Так, снаряжение, инструменты, лом, поехали. 35% прочности у лома. Это, блядь, вообще копейки какие-то. Так, на однерочку. Еще раз. Очищенный металл. Ресурсы. 4 металла. Это значит, мне сколько нужно? Значит, сколько мне нужно металла? 4. 8. Мне нужно 8 металла. 8 металла. И, по идее, и 2. Одна уже резина. 8 металла и одна у резина. Хорошо. 8 металла, 2 резина. И мы соберем что-то, потом с помощью чего соберем алюминий. Я примерно понимаю. Так, 8 металла, поехали. Давайте попробуем все-таки вот это разобрать, почему бы и нет. Спокойно. А ну хуя ты, зачем ты поехал? Спокойно. Раз, два. Хорошо. Очень мало, блядь, металла. Очень мало выпадает металла из того, что я разбиваю. Это что за такое-то? Это же нечестно. Так, это пластик я собрал. О, что, радио, нихуя себе. А, это разбить приемник. И что из него выпало? Из него было куча металла, не может быть такого. А что ты так далеко охуячишь-то? Не делай так ни хрена. Так, вот это что такое? Ой-ой-ой, подожди, а что такое? Пластик? Не заметил, алюминий или что-то? Спокойно, 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 спокойно. Тихо, все-все-все, не паникуй, не паникуй. Я слишком дохуя, я понял, сильно отошел. Сильно отошел, пойдем собирать металл. Пока что что-нибудь очистим, чтобы не занял у меня место. Так, ресурсы. Очищенный металл, поехали. Хватило пока что на один. А мне, по идее, нужно 2. Ну, еще 3. Еще 3 без проблем. И будем собирать алюминий, все, что можно. Так, пожать попить. На. И на. Без проблем, мне не жалко. Где эта поебота? Вот она. По-моему, там было написано алюминий, если я ничего не путаю. Это заебись, если честно. Ну-ка. Астероид? А что падает с астероида? Подожди-ка. Блять, ты куда полетел-то? Стой, астероид! Да уберись запись нахуй. Подожди, а что может быть в астероиде? Я не пойму. Вот ты нахуй, ну куда же ты полетел-то, сука? Лети к кораблю, к моему, собака. Спокойно. О, как неприятно в этом космосе. Сука, а может я этот астероид загоню к себе просто в дом, и все будет нормас. Спокойно. Не выебывайся. Так, смотри-ка. Опа. Ну почти получилось. Я просто не понимаю, что я могу из него взять. Как бы астероид, там, наверное, много всяких металлов, драгоценных и любых. Назад. Так, почему я не могу схватить его просто в руки? Так, ладно, давайте попробуем вот так, спокойно. Тихо. Что это было сейчас? Вода? А что еще-то вылетело? Опа, резина. Резина? Да, резина, хорош. Секатор? Отлично, я ножницы подобрал. Ни хрена себе. Ну тут так-то много. Что это такое? Спокойно. О, алюминий, красиво. С кислорода, с этого выпало, со стероида, я понял. Так, ну ладно, хорошо. Выходим. Секатор. А для чего нужен секатор, чтобы что-то резать? Но я пока ничего не... Бля, ну как же она фризит? Серьезно, можно включить автосохранение? Это очень сильно бы мне помогло. Ненавижу, когда что-то фризит. Щелочь. Щелочь, питательный раствор, снаряжение. Я могу собрать секатор. А щуп уже могу собрать, серьезно? О, щуп это хорошо, давай соберу щуп. Давай соберу щуп, с помощью щупа я могу что-то доставать, допустим. Теперь, металл я не достал, пластик, резина. Теперь я могу собрать резину, уже хорошо. Резина утолщенная, которая изолента. И я теперь, получается, нужно собрать мне только металл. А, батарейка у меня есть, кстати. А почему у меня нет батарейки, серьезно? А, могу металл щелочь, отлично. Так у меня, по-моему, была батарейка-то там, нет? Это уже вторая. Нет, первая. Охуеть. Ладно, первая так первая. Щуп, прочность 15, что так мало-то? Так, тогда давай к двойке его прихлять. Очень нужно много металла. Секатор. Сюда, стекло, свинцовая краска пока не могу. Алюминий, в принципе, могу добыть, хорошо. Свинцовая краска, что-то нужно сделать из свинца. Так, очищенный металл. Осталось добыть только 4 очищенного металла, который делается на самом деле из 4 обычных кусков. Ой, блядь, ну все, это пиздос, меня это напрягает. Давайте я пока не буду ничего ломать, просто рядышком осколки пособираю, ну потому что это как-то нихрена невыгодно, блядь, ломать это так бегать. Хотя мы можем, в принципе, сгонять вот сюда, посмотреть, что у нас тут, может, что-то увидим полезного. Я вижу только разбитый в дрисло просто корабль и розовую капсулу. Нихуя себе гламурную такую нормальную розовую капсулу. Возможно, досходим, но попозже. А вон туда бы получше бы, наверное, сгонять, потому что самый ближний кусок, возможно, там что-то есть полезное. Что вообще такое? Это залежи синей хуеты. А что такое синяя хуета?
Ее можно как-то бурить, что с ней делать? Нет, это просто синяя хуета. Все ясно, просто синяя хуета. Вот там... Да, как же ты быстро кончаешься, кислород? Сука, мне нужна срочно та каска. Но я пока не могу делать вообще ни хрена. Срочно та каска нужна, спокойно. Давай я не буду заходить-то дальше. Я буду вот здесь, да, не будет фризить более-менее. Окей. Допустим, что вот это за хуйня была? Это то ли свинец, то ли пиздец, но для чего... Что это такое? Залежь алюминия. Добывать. А, дрель сюда нужна. Хорошо, сюда нужна дрель. Блять, дрель нужно собрать. Это лед. Лед, да. Это тоже лед. Все вот это синее, это все лед. Хорошо, из него я могу добыть воду, ничего интересного. Тогда, давай-ка я тебя... А это что такое красное? Красное — это просто кровь. Что это такое? Спокойно. Сгусток крови? Изучить. А, изучаю. А, крайне бесполезный предмет, но так красиво замерз, что невозможно держаться и не забрать себе в коллекцию мусора. Есть множество отличных игр про вампиров, а здесь вам это вряд ли пригодится. Да? Печально. Блять, 11 секунд. А что будет, если он, короче, задохнется в этом? И есть какое-то время, за которое должен вернуться, после того, как кислород кончится? Потому что вот он как бы уже кончился. Как бы уже все пиздец. Пиздец, прям на краю. Давай просто посмотрим, что будет. Мне просто, чтобы знать, чтобы рисковать, не рисковать. Вот, допустим, я сохраняюсь. Я сохраняюсь. Отлично. Погнали. Погнали. Ой, как же ты меня заебала. Ждем, просто ждем. Я пока даже забирать особо ничего не буду. Поехали, мы туда сходим, что ли? Брез, гробы с любовью. Замечательно. Замечательный лозунг. Так, хорошо, здесь что, пусто? Ебать, такой большой осколок и пусто. Блин, туда, в принципе, недалеко лететь-то, смотри-ка. Это ж вот практически прям перед глазами все. Мы таким образом можем на самом деле куда-нибудь слетать, чтобы посмотреть, что он где-нибудь находится. Возможно, вот здесь где-нибудь еще одна камера, еще что-то, во что я могу зайти набирать кислород. А что это такое? Статуэтки, человечки, что это за бред, блядь? Я понял, да-да-да. Мы сейчас просто пытаемся понять. В трюмах лайнера без названия перевозилось множество разнообразного товара. Всемирное похоронное агентство Брэссидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Ага, то есть мы можем найти что-нибудь пиздатенькое прям, да? Да, ну смотри, пошло здоровье. Окей, все, я понял. Мы сейчас загрузимся в любом случае. То есть кислород кончается не сразу. Мне дают на самом деле какое-то время, чтобы вернуться. Я просто думал, что он сразу загнется. Но тут пока можно еще посмотреть, посидеть, поездить, попробовать, поглядеть, что как, что куда. Ничего страшного. Быстренько осмотрим окрестности. Примерно. Движение обломков вокруг противоречит базовым законам физики. Либо кто-то забыл про логику, либо это аномалия, образовавшаяся в радиусе разрушенного ядра лайнера. Скорее всего, второе, потому что если разработчики об этом знают, то, скорее всего, они об этом тут знали. Должна быть шутка про толстых, но она не влезла в текстовое поле экрана. Ага. Окей. Смешно. Смешно. Шутка про толстых — это всегда смешно. Ты снова обосраться. Лгать. Так, загрузить, окей. Загрузить. Это, знаешь, это как с этими. Это как вот с неграми, как с толстыми, как с кем угодно, короче. Нельзя, понимаешь, нельзя шутить про толстых, если ты сам не толстый. Нельзя шутить про негров, если ты сам не негр. Нельзя негра называть негром, если ты не негр. Понимаешь, вот это все взаимосвязано. Если ты не толстый, не вздумай даже свой рот открывать на толстых. А если ты толстый, то, блядь, только так. Только так, только так можешь. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно. Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы. Дохлый хомяк. Бедолага. Почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли их специально кто разводит, не знаю. Но думаю, их тут еще немало встретится. А зачем мне нужен? Нахуй мне нужен? Дохлый хомяк, блядь. Зачем он? Я никогда не понимал, как вертеть вот по часовой стрелке, допустим. Как это сделать на джойстике? Я вот этого не понимаю. Ой, на джойстике, на мышке. Я реально не понимаю этого. Я могу только как-то по часовой стрелке. Вот такой пиздатый хомяк, возможно, пойдет на превьюшку, почему бы нет. Давайте я возьму. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Данный унитаз не похож на пилотируемого... Это типа Overwatch такой, да? Типа незаметно так ебанули, там же тоже. Да я понял, все, отстань. Хомяк, блядь, пилотируемый робот. Ну да. Ну да, ну да. Ладно, окей, заходи. Заходи. Так, что я набрал? Я бы набрал, по-моему, желтой воды, причем чужой. А это я сделал очень сильно зря. Я столько времени гоняю и не собрал нихуя. Ладно, дохлого хомяка я еще могу сюда прикинуть, потому что он, наверное, не такой противный. Сгусток крови тоже пусть валяется. Щелочь, лед, питательные жижи. Давайте я сделаю себе еды, пока уж я здесь, чего бы и нет. Вода у меня тем более пока что есть. Вот так. Не выкидывай ничего.
Вот так и вот так. Значит, желтую жижу мне нужно выкинуть на улицу, потому что она мне тут нахуй не нужна. Ладно, мы сейчас своя там куда-нибудь. Блядь, чужую брать. Чужую брать вообще нехорошо. Так, а кислород кончается и в меню, серьезно? Вот это, сука, странно. Так, значит, мы все везде обследовали, мы ничего нигде не нашли. Нам нужно понять, где, блядь, добывать хотя бы свинец или алюминий. Нам нужно собрать... Почему я не собираю металл? Это моя первостепенная задача — собрать 4 сраных куска металла. Собрать 4 ебаных куска металла, и все, понимаешь, жизнь наладится. У меня появится хуйня, с помощью которой смогу добывать алюминий, который мне, по идее, сейчас нахуй не нужен. Ладно, это странно. Это странно, очень странно. Так, это тоже алюминий на этом стероиде, да? По-моему, да. Так, ладно, давай я тебя просто разобью. Ой, да ты да заебал меня, слышишь, ты кислород, ты достал, хорош, заебешь. Где мне, бля, взять свинец? Я не вижу вообще свинца по кругу нигде. Долбить астероиды ради свинца — это дело неблагодарное, это очень-очень затратно по ресурсам. Ты, блядь, каждый раз приходится добывать новый лом, чтобы раздолбить. Охуели? Это реально невыгодно. Чего нельзя раздолбить человека на свинец, допустим? В нем много радиации, в нем должен быть свинец, наверное, какой-нибудь. Я хуй его знает. Так, ладненько, спокойно, тормози. Это не так, это не кнопка тормоза, спокойно. Вот тормоз. Аккуратно. Раз, два. Хорошо. Три есть. Это что такое? Так, разбить. Металлическая пластина. Это то же самое. А, да. Просто солнце не светило, думал, это какая-то другая хуйня. Блин, на альт держать на самом деле нужно постоять. Да я отступаю, я отступаю, не ссы. Я отступаю, невесомость, космос, я иду за кислородом, не ссыкуй. Так, ну я собрал. Я собрал себе на дрель, на щуп, на что там, чтобы хотя бы добывать алюминий. Уже хорошо, уже нормально, спокойненько. Так, ресурсы. Вот эта хуйня, поехали. Собрали. Снаряжение, инструменты собрали. Прочность 15, и, кстати, сломался лом. Сука. Сломался лом. Это пиздос. Так, раз. Это щуп. Это ножницы, которые нахуй мне не нужны. В принципе. Ну, пойдемте добудем алюминий. Только зачем он мне? Я серьезно, я сейчас не понимаю. Мне сейчас алюминий не нужен. Бля, реально, если я ничего не путаю, то в прошлый раз она такой хуйней не занималась. Я при входе и выходе, по-моему, не лагала так сильно. А сейчас что-то прям совсем беда. Так, аккуратно. Опа. Да все, давай, добывай. Ага, это каждый раз вот так накручивать. Все понял. Все понял, на самом деле весьма удобно. Весьма удобно, нежели долбить, блядь, летающий. Фу! Опа. Вот этого я и представить не мог. Тут так-то если присмотреться... блядь! Если так-то подумать, у нас очень дохуя пространство вокруг. Многие сравнивают эту игру с той же Сабнафтикой, только она не в воде, а в космосе. Я, в принципе, полностью поддерживаю. Весьма интересно. Весьма интересно и весьма загадочно. Правда, не знаю почему, но в Сабнафтике, в той же, у меня, наверное, как-то больше было каких-то ожиданий там. Не то, что ожиданий, а, возможно, морская тема просто она более обширная, нежели космос. Хотя, блядь, куда там обширнее. В принципе, о космосе не так-то много известно, чем о наших же болотах каких-нибудь, поэтому... Мне кажется, и поэтому у меня такие ожидания были. Здесь же я пока вообще даже не понимаю, чего можно ожидать. Кроме того, что у меня постоянно кончается металл и кислород. Мне это заебывает просто до неизнеможения. Где мне теперь взять этот сраный металл? Он просто пропал везде, кругом только одни огромные осколки. Щупом. Можно щупом добывать? Щупом вряд ли добывать можно. Коробки можно бить? Хуя там, коробки бить нельзя. Когда я пытаться связь с этим точка, сигнал не пройти, очень странное место, скорее всего, смертельный, ты должна выяснить, что там. Я, блядь, выясню, ну-ка, отстань, пожалуйста, ты постоянно хуйню вот несёшь. Как же долго копится? А, так можно? Прям с открытой двери можно кислород накапливать. Интересно. Мне реально нужен металл, все, у меня кончился металл, все, вижу один. Мне нужно собрать лом. Есть металл, хорошо, еще. Быстро еще металл, очень быстро еще металл, много нужно металл. Так, добывать пластик с помощью чего? Требуется лом, хорошо, лома у меня нет. Как раз таки ради этого я сюда и залетел, чтобы посмотреть, где мне еще взять ебучий металл. Нету маленьких кусков металла, просто тупо нет нигде, вообще кончилось все. Там протечка чего-то, но я боюсь, что я тут не доеду. Возможно, там есть где-то пережить, переждать, что-то пересидеть. Блять, это правая кнопка, это не то. Да возьми ты эту херню-то. Так, это вода. Уай, меня этот звук скоро снится начнет. Он очень противный. Ничего мне в принципе противного-то нет, но он меня заябывает. Где мне взять столько кислорода, серьезно? Давай, накопи. Копи, сука, во. Так, сколько у меня? О, три. А надо четыре. Какой три? Или подожди, там просто три металла, что ли? Я не помню. Так, снаряжение, инструмент. А, да. Просто три металла, даже собирать ничего нельзя.
То есть не нужно. Но это замечательно. Так, один. Ладненько. Давайте на всякий пожарный, потому что мало ли чего. Нам нужно попытаться добраться... Вот до... Пойдем до низу, попробуем доехать. Может быть, там есть какой-то вход, где я могу реально еще отсидеться и кислород набрать. Просто здесь какая-то протечка. Возможно, я что-то пойму, что мне там нужно. Я даже не понимаю, как бы, куда я могу уехать. Понимаешь, в той же, например, Сабнафтике ты мог всплыть на поверхность, набрать кислорода и дальше поплыть в неизвестность. А здесь ты хуй куда поплывешь, потому что ты сдохнешь от недостатка кислорода. Ебать, это напрягает. Как сюда зайти-то вообще? Технический отсек обеспечения. Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы большой удачей. Ага. И как мне сюда попасть? Хороший вопрос, да? Отстань. Я пытаюсь понять, как мне попасть в кислородный отсек. Ага. Ага. Да тут закрыто, нахуй. Блин, подожди, а чем его можно открыть? Мне нужен какой-то лом или сварочный аппарат или что-то вроде того. Я сохранился, никакой паники. Я сохранился, поэтому можно спокойно сюда обратно потом. Сейчас загрузим. Тихо. Ага, сломать. А, мне нужен лом. Все, понял. А лом-то у меня есть. Все, окей, загружаемся. Сразу загружаемся. Так, а вы действительно хотите загрузить игру? Слот сохранения, да. Все нормально? Ха-ха, все нормально. Поехали ломать. Так, ну сотку сломать не хватит. Я тебе говорю, я же тебе говорил, это не случайно здесь сделано. То есть мы спускаемся, и у нас уже, по идее, более обширная сеть исследования получается. Потому что я могу не только из своего корабля куда-то ебенить, а могу ебенить еще из этого места. Правда, я не знаю, что тут вообще полезного рядом есть. Сейчас не до этого, сейчас нужно быстро впереди сломать дверь. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход технический отсек обеспечения. Что? Почти целый. В так поврежденный сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово сканер 8 раз. Я заметил. Бля, ну разобрать, по-моему, хватит. Хотя не факт. Бля, не хватило, серьезно? Вот это жесть. Вот это жесть. Придется чуть-чуть потратить здоровье. Не хватило, надо было... Окей, я понял, давайте загрузимся. Я не хочу тратить здоровье, просто не знаю, как его восстанавливать даже. Мне сейчас не до этого. Нам нужно собрать еще 3 металла и собрать, соответственно, себе еще один лом. Давайте не будем жалеть, вот это собрано, я просто буду ломать вот эти металлические части. Так будет гораздо быстрее, чем искать маленькие кусочки. Потому что маленькие кусочки заебешься искать. Раз, два... Я-то подумал, что оно будет ломаться примерно так же, как эти груды. Они ломаются гораздо медленнее, эти металлические двери. Там на каждый удар выбавляется 2 или 3% всего. Это, блядь, мало совершенно. Хорош. Так, ну уже на 2 лома я собрал. Давайте еще один сломаем, что ли. Вот этот. Спокойно, еще один. Спокойно. Не, ну металла на самом деле много по кругу. Только нужно, блядь, его увидеть. И вроде мне написали где-то в комментариях, что, короче говоря, не восстанавливаются ресурсы. Типа они как бы есть, но типа если как бы их проеб, то уже как бы все, конец, пиздец. Типа мне получается с каждым разом нужно будет все дальше и дальше ебенить. Не трать здоровье, собака. Так, давайте сделаем себе еще парочку ломов. Окей. Так, снаряжение, инструменты. Поехали. Сделаю сразу 2, не буду экономить. Сделаю сразу 2, тогда этот почти помятый. Этот новый я поставлю его на 2. Этот новый поставлю на 3. У меня будет сразу 3. Ладно, поехали. Теперь еще раз сохраняемся на всякий пожарный. И погнали вниз. Сразу резко вниз. Я первый раз, когда ехал, неправильный маршрут выбрал. Нам нужно сразу скакнуть вот тут. А я какой-то, блядь, обходы, объезды, оплывы. Опарение. Как правильно назвать? Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода. А. Окей. Какой презерватив? Ты о чем говоришь? Технический отсек обеспечения. Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы большой удачей. Здесь нужно прям быстро нажимать. Каждый удар это... То есть 2 удара 5%. Ты понял, как это ебать прочно? Тихо, тихо, не выебывайся. Ну если там... Я надеюсь, что там есть запас кислорода какой-никакой, потому что мне сказали, там типа самый большой запас кислорода. Быстрее, блядь! Ебать, я не могу тыкать быстрее мышкой. Ага, хорош. Быть не может. Это рабочая автономная кислородная станция. Ее можно использовать для дальних перелетов, если не сломать. Так, изучить. Необходимо аккуратно извлечь станцию, отвинтив 2 болта. Но это уже не важно. Станции больше нет, зато теперь есть примерное понимание, как собрать такую же набор ее деталей и легкий привкус отчаяния.
Что это значит? Что это значит? Что я собрал? Я не понял, спокойно. Я собрал какой-то новый рецепт? Кислородная станция, которую я могу прихуячить к себе и летать далеко, что ли? Так, что ли? Блять, так это нужно было вообще первым делом сделать. Что это такое? Тихо, спокойно. Так, это меня ударит, хорошо. Провода я возьму, пригодится. Я просто тупо ее выдрал, да? Ебать я бесцеремонный, бескультурный какой, нихуя себе красавчик. Ладненько. Окей, так, это я перемещаю на первый слот. Это я оставлю это на третий, это на второй. Не знаю, почему так, просто так привык уже. Значит. Это что такое? Что это такое? Сломанный кислородный... Как это? Что? Поврежденный сканер двери. Где? Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово сканер 8 раз. Хорошо. Так, сканер нам... Окей, давайте я теперь здесь сохранюсь. Сканер, получается, у нас тоже в рецептах добавлен. Пойдем на презерватив посмотрим. Мне что-то прям ни хрена себе, что за презерватив такой большой. А, здесь нет, можно дышать? О пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но можно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Изучить. Кислородный шарик. Ха! Надутый презерватив. Как это так-то? Так, а почему? Подожди, дыши! Вот же этот, как у газ. Нет? Как хочешь. Он почему-то не хочет дышать. Нихера мы продвинулись в изучении вообще всего. Мы прям уже как эти, блядь. Как будто прям по своей земле ориентируемся. Все нормально. Спокойно. А как можно посмотреть рецепт Тети? Или нам в любом случае, давайте, наверное, лучше вернемся к себе, а потом изучим все, что здесь есть. Так, на огромный кислородный презерватив я нашел, но он почему-то не хочет дышать. Газ поступает по этим трубам. Куда? Откуда? Секунду. Он идет из презерватива? Бля, точняк. Не понял. Откуда он берется, в принципе, изначально? Что такое? О, кислородная свеча. Капельку того, щепотку того, чего? Так, ну так-то у меня уже много всего. Я понял, не выебывайся. Так, назад. Видишь, как хорошо, что у нас появился второе дополнительное место. Для того, чтобы, блядь, туда-сюда не летать постоянно. И здесь, кстати, не фризит. Это уже хорошо. Здесь можно без проблем и без каких-либо беспокойств набираться кислорода. Я, правда, не понимаю, откуда тут куда газ идет. Но я так понимаю, что вот из этого места. Это не работает, хорошо. Давайте сориентируемся. Так, вверх там, низ там. Где-то вот так примерно получается, если я буду стоять на ногах. Там у нас огромный презерватив, мы его изучили. Здесь кислородная станция, мы ее тоже схватили и изучили. Давайте соберем всякой хуйни. Еще раз позарядимся кислородом и вольнем к себе на станцию, чтобы посмотреть, что мы теперь можем сделать из всего этого говна. Так, а что такое? Это труба, все не понято. Кстати, на самом деле, ты пробовать преодолеть радиацию без скафандр? Обязательно попробуйте вдруг это нас спасти. Отъебитесь нахуй от меня, сраные роботы. Так, еще одна свеча, допустим. Я не понимаю, для чего они нужны? Но я их на самом деле мог и не заметить. Короче, все мелкое, что валяется в космосе рядом со мной, нужно обязательно пробовать подобрать. Либо подобрать, либо просканировать, либо еще чего-то, потому что это все полезно. Хорошо. Где-то здесь получается кислород из ни с того ни с сего. Получается, достается... Добыть резину так можно? Секатор? Ой, секатор. Кстати, секатор — это множество, которое я подобрал. Я их еще не собрал, потому что я пока даже не видел, с чего они собираются. Я не думал, что мне так быстро пригодится. Ладненько, давайте-то вольнем на корабль. На челнок. Спокойненько. Бляха, стало на самом деле уже гораздо веселее. Я надеюсь, что вот этой вот большой областью, на которой видны обломки, все это не ограничится. Я надеюсь, что где-то дальше еще что-то есть, там инопланетяне, еще кто-нибудь. Всякое говно, вот это запутанное, страшное, теории всякие, заговоров и прочее. Это все-таки космос, здесь можно придумать такой дичи, что, блядь, с ума сойдешь сам, пока придумываешь. Поэтому я надеюсь, что нас это не огорчит в дальнейшем. Так, капельку того, щепотку этого, немного вольт, и вот оно, чудо гидролиза. Такой свечой, конечно, не надышишься, но пару сиплых вдохов она обеспечит. Хорошо, плюс 40 кислорода. Допустим, плюс 40 кислорода — это хорошо. Мне нужна питательная жижа и вода. Давайте сделаем. Так, а питательная жижа и лед. Она из того, из этого. Странно на самом деле, что питательная жижа не прибавляет еды, если она делается как бы из еды, из воды. Это на самом деле очень странно. Сколько нужно для воды? 2 или 1? Лед 2, хорошо. Хорошо, оставил 2. Допустим, так, пожрал. Спокойно. Пожрал, попил. Немного всякой хуйни себе я восстановил. По чертежам. Поехали по чертежам. Значит, снаряжение. Кислородный шарик. А где мне взять презерватив, интересно?
Надутый, гладкий, красивый, многоразовый универсальный баллон, укрепленный изолентой, чудо инженерной мысли, выполненное в теплых презервативных тонах. Короче, мне нужен презерватив и утолщенная изолента. И получается, эту хуйню я могу с собой носить. Они будут постоянно наполняться, кислорода у меня будет каждый раз на 25 больше. То есть два презерватива, у меня уже будет общий запас кислорода 100. Вот это охуенно. А, так, значит, сканер, батарейка и лампочка. Лампочку делать не могу, батарейку могу, но пока не хочу. А, ножницы. Мне что нужно? В смысле? А нахуя? Подожди-ка. Какого хуя-то? Ты издеваешься надо мной, что ли? Ну, как минимум я... А, вот они все. Я помню, что они были здесь. А я не знал, что они нужны для... Ни хрена себе. Ну, давайте я сделаю секатор, допустим. А чё у него прочее так мало? Из чего ножницы-то можно делать? Предметы. Кислородная свеча. Она одноразовая, это хуйня. Кислородный генератор. По большому счету вывернутая наизнанку батарейка с довольно сложным узором изоленты. Все эти... все это в красивом корпусе и с красивым названием. Можно гордиться и пихать это в кислородные станции. Это типа я должен находить кислородные станции или научиться их строить и в них втыкать эту хуйню, чтобы у меня был какой-то где-то еще источник кислорода. Интересно. Да, да, да. Самодельный агрегат с батарейками, вырабатывающий кислород на основе гидролиза, греется так, что после запуска лучше не притягиваться и не разбирать. Станция воняла бы водородом и еще чем-то смутно знакомым, если бы не вакуум и ваш скафандр. Так, непонятно, непонятно, это нужно сделать. Нужно сделать, потом для него нужно сделать вот кислородный генератор. И у меня, получается, будет переносная станция, что ли, или что? Я вот этого не понял. Но с этим мы, конечно, разберемся. Так, шлем, стекло и свинцовую краску я так делать не научился. Здесь у меня вообще нихуя нет, потому что я даже не знаю, где взять ткань. А ткань, скорее всего, берется с помощью секатора, это логично. А это значит, что где-то когда-то мы это дойдем. И найдем. Давайте на этом заканчивать. Пока что, вот серьезно, прям вот, знаешь, мы так были в одной маленькой зоне, вот такой вот маленькой. И такая игра, короче, хуя! Как вот так вот разрослась мгновенно, буквально за пару последних минут. И мы уже не понимаем, что на самом деле и где прекрасно можно сделать. Но мы этим всем займемся, соответственно, в следующей серии. Так, сканировать лопух, ну-ка. А мне сканер нужен. Допустим. Отдыхать. Ой, спасибо. А я и не заметил. Ткань. А так можно было? Какие-то новые фотки. Ёпты, мать. Оставим на потом. Так, а вот и контейнер. Окей. Это контейнер, в котором я могу что-то хранить. Все, это он. Ладно. Посмотрим туда. Посмотрим сюда. И закончим на этом. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если встретились. Все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.